мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейно-творческом канале, с вами Лёля Рукодельница. На этой неделе я не вела съемки вышивальной недели, я не снимала по состоянию здоровья. И как вы слышите, я еще продолжаю болеть, но мне уже полегче. Но я немножко вышивала все-таки, несмотря на свое состояние. Совсем чуть-чуть, но вышивала. Поэтому в воскресенье я решила к вам подключиться и все-таки показать вам свои продвижения, что у меня навышивалось за эту неделю. Подключилась я к вам крайне поздно, уже вечер поздний, потому что целый день мы промучились с Серафимой. Спустя 2 недели, она мне 2 недели как выписала в школу, сегодня она слегла с высоченной температурой, целый день у нас 39. И она практически не сбивается. У нас ровно год прошел, как мы переболели ковидом омикроном. Мы вообще все стадии ковида затронули. И я подозреваю, что это снова эта болячка. Снова она. У всех течение болезни начинается одинаково. И мы все так друг за дружкой уходим. Так что завтра буду вызывать доктора на дом. Обычно мы ездим сами в бокс инфекционный, но... Ребенок просто не в состоянии сегодня. Целый день она проспала. Я даже звонила в скорую помощь, консультировалась, потому что она не ходила в туалет у меня вообще. Проконсультировали меня, сказали, что делать, и что если до ночи она так и не сходит, то вызывать скорую помощь, они приедут. Слава Богу, к 9 вечера она сходила первый раз в туалет. Она целый день спала. У нее высоченная температура, я ее сбиваю, она не сбивается. Тряпочка на голову. В общем, она мне целый день спала, девчонки, мальчишки, и будила ее хоть попить. Вот она 3 глотка сделает, и все. Не хочу. Есть она не хочет, пить не хочет. Не могу. Она не может сказать, что у нее прям так сильно болит горло или насморк. Но говорит, вот такое общее состояние слабости. Хочется спать, глаза слипаются. Как и тогда у нас было про микроне, насморка у нас нету. Но он там где-то стоит, то есть он есть, но нос дышит. Ладно, отвлеклись, в общем, девчонки, мальчишки, болеем мы. И завтра буду вызывать педиатра. А сейчас покажу, что мне удалось навышивать за эту мою неделю болезненную вышивальную. И я вышивала, конечно же, Риолис, артикул 1550. Посмотрите, у меня здесь вот такие вот шикарные... продвижение. Так, у меня вышелся листик, еще один листик, навышивались вот веточки и ягодка. Ну, я считаю, что для недели, когда ты болеешь, результаты потрясающие. Так, пришлось немного отвлечься, пришла старшая дочь, поэтому могут быть посторонние шумы на фоне, прошу прощения. В общем, получается великолепно, вышивается легко. Результатом довольна, отшивала этот процесс прям в удовольствие, несмотря на свою болезнь. Елочную игрушку от фирмы «Жар птица», сапожок. Отшиваю я сейчас сапожок красный. И здесь у меня тоже достаточно хорошее продвижение для болеющего человека. Посмотрите, у меня вышелся леденец и пряничный человечек. Здесь у меня отшивается шарик, и вот здесь я тоже сейчас начала вот села отшивать шарик. Потом думаю, нет, наверное, засниму для девочек видео о своих продвижениях за эту неделю. Потому что все-таки, ну, я же чуть-чуть вышивала и расскажу о своих новостях, чтобы меня особо не теряли на канале. Буду ли я завтра начинать съемки вышивальной недели? Пока не знаю. Может быть, буду. Может быть, также сниму в конце недели воскресенья отчет о всех своих процессах, которые мне удалось повышивать, еще пока об этом думаю. Ну, захотелось с вами поделиться и новостями, и вышивальными, и невышивальными, скажем так. Продолжаем лечиться, в общем, девчонки, мальчишкой, продолжаем лечиться. У меня гайморит, вот, я на антибиотиках. Ну, что-то особо не помогает, но хотя бы нет температуры. Ночью также сплю плохо, все это опускается вниз, начинается кашель. В общем, мы тут все лазарет.
Не знаю, будут ли брать у Серафимки тест. Каждый раз, когда она болела, у нее брали тест, когда вот она так тяжело болела. Всегда были положительные, и за счет нее мы тоже думали, что, ну, как бы мы естественно, болеем одним и тем же в семье. Все, девочки, новости рассказала, вышивку показала. Всем желаю крепкого здоровья. На дворе осень, давайте не будем болеть. Буду с вами прощаться. Пока-пока, до новых встреч, до новых видео.